Все меня ждут, пока я очнусь. Ай, нагайга наку. Спасибо. Мам, честно скажи, это ты сидишь у меня на эфире? Мам, если ты тут, то можно просто выйти? Настроение. Все хорошо, спасибо. Валикум салам. Доброе утро. Как дела? Как дела? Хорошо. Ой, голодаешь, я... С ней на Инстаграм, на принцип, не даже, а смысл? Тебе надо. Мне не надо. Ты слишком маленькая для этого. Упишу замуж. Кстати, это мама собрала со своего огорода. Испортишь сейчас. Только на Телеграм премиум, да? Камил, честно скажи, на Телеграм. Чувствую. Жалко будет такой просто. Нет, даже не за Телеграм премиум. Ну, ты вообще прям меня вообще любишь, значит, прям. Мам, пожалуйста, можешь выйти с моего эфира? Ты меня очень сильно смущаешь. Я тебя прошу. Маму, покинь. Нет, мама. Как там мы знакомы? Нет? Капец, ты что, до сих пор у меня? Мысли бесценны. Вот, мам, где мама? На эфире сидит? Чисто сиди, палит. Ой. Здравствуйте, мама. Она не отвечает. Здравствуйте. Здравствуйте, мама. Умеренно раскрыть. Да. Мне 18. Мама, покажитесь. У меня мама. Это примерно я. Только старше меня она. На 23 года. Мама, Мелисса, женитесь на мне. Так. Сейчас папа скачает ТикТок. У меня все хорошо, спасибо. Как алейкум салям рахматуллахи ва баракату. Теща. Hello, my friend. Папу не надо. Папа не знает. Ужасно. Зачем посмотрю, она вышла? Я надеюсь, она вышла сейчас. Все, она вышла. Вы ее засмущали. Ваша мама не нужна же. Мама, Мелисса, спасибо за такую хорошую. What's happening вообще? Все, она вышла. Она, видите, я попросила, она вышла. Привет. Это вообще, конечно, было стрёмно. Я рассказываю истории, как бы, из жизни, а тут мама сидит. Вы американка, да? Что за вас happening? Ну да, по мне видно, я прям само воплощение американца. Нет, она сидит. Нет, она уже не сидит. Нет, наша фирменная фраза это да. Я сегодня гулять. Идем набивать вкусняшки. Как? Это что вообще было? Что за звук?
Непонятно. Как можно с тобой познакомиться? Никак. Привет, хорошо. В городе подойдет.